с утратой доверия. А почему? Докладчик Лямина Анна Викторовна, пожалуйста. 28 января 2019 года из администрации губернатора Красноярского края начался городской сервисный датум. Поступил доклад о результатах осуществления контроля за работой депутата Ощенского городского сервисного депутата Никулина Владимира Владимировича и его супруги. 13 февраля 2019 года поступило представление Ощенского межрайонного прокурора об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами и представления прокурора имеются у вас в раздаточных материалах, в соответствии с которыми размер средств, потраченных Никулиным Владимиром Владимировичем и его супругой в 2017 году на приобретение объектов недвижимого имущества, свидетельствует о несоответствии полученных доходов к осуществленному расходу. Кроме того, доход супруги за отчетный период 2016 года отражен неполностью. Сделан вывод о несоблюдении результатов Ощенского городского совета депутатов Никулиным Владимиром Владимировичем обязанностей по представлению достоверных и полных сведений о своих доходах. В соответствии с федеральным законом номер 31 ФЗ, депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены федеральным законом о противодействии коррупции. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения указанных ограничений и запретов. Федеральным законом о противодействии коррупции предусмотрено следующее. Представление лицами, замещающими муниципальную должность, заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, является правонарушением, влечущим освобождение лица от замещаемой должности в связи с утратой доверия. Согласно представлению, прокурор требует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Ощенского городского совета депутатов Никулина Владимира Владимировича в связи с утратой доверия, в связи с чем мы подготовлены рассматриваемый вами проект решения. Пока так начнем. Спасибо. Анна Викторовна, можно вас попросить мне подойти? Да, конечно. Совещаемся с коллегами. Решим с утром года. Мы с вами, да? А они уже прислушиваются к нам. Ура, приезжают. Владимир Владимирович, ну ты хоть встань, хоть. Встань, поклонись. Насти. Кто-то в камеру снимет, что он правильно, где это сделает, что-то как-то непонятно, что он правильно. Потом по депутатам, вот, допустим, Ощенский городской, таких не делают они, нет, да? Нет, и не обязательно. Мы обычно получали с вами результатом годовой проверки, за год сведения о доходах, представление из прокуратуры. Но видите, с прошлого года порядок и представление сведений, он поменялся. Поэтому прокуратура, наши представители, они выезжали в Красноярск, они также проверяли все ваши сведения. Я связывалась с представителем прокуратуры, нам представление не внесено. Значит, можно вывод сделать о том, что у нас все прошло хорошо. Так, а то есть вообще да. Не дойдут? Нет, на что-то указывают, чтобы нам обратить внимание в следующий раз на что-то? Тоже такого мы нет. Бы довели до вашего сведения, да. Если бы даже оно информационное письмо пришло и поступало. Можно, а вы сейчас вправе вынести свое решение, чтобы оставить его? Да. Конечно. Вы вправе, конечно. Это наше усмотрение. Конечно, вправе. Свои предложения председатель, Можно еще вопрос? Пожалуйста, пожалуйста. Анна Викторовна, такой вопрос. Это получается, вот мы подавали все декларации. Да. Владимир Владимирович один попался, да? Остальные не попались. Попался, остальные не попались. Это 2018 год, да?
Это за прошлый год. Да, это за 17. 18 мы сейчас подойдем. В отношении Владимира Владимировича проведен контроль за его расходами. То есть может быть проверка проведена сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а может быть произведен контроль за расходами. В настоящем случае был контроль за расходами. Что содержится все в докладе. Прошлый раз вот мы первый раз начали подавать, да, декларацию, да. Человек 10 было, потом человек 5. Было, вот я спрашивал Владимир Николаевич, да. Видишь, учимся все. Опыту набираем. Значит, Наталья Валерьевна, пожалуйста, вопрос. Анна Викторовна, скажите, пожалуйста, в Госсовете создана комиссия, Порядок же поменял. Потому что порядок предоставления сведений, порядок проверки этих сведений, он изменился в декабре 2017 года. Был принят закон, в соответствии с которым вы сдаете сведения губернатору, администрации губернатора Красноярского края. И там образованы управления, отделы, которые проверяют, назначают проверки. Это касается только общественного имущественного порядка. Все остальное комиссия. Остальное, да, то есть комиссия, мы в связи с принятием указанного закона края внесли изменения в положение об этой комиссии, и там остались у нас вопросы, которые касаются, например, конфликта интересов, личной заинтересованности. Спасибо. Нет больше вопросов? Так, коллеги, вот изучая материалы, да, посоветуйте с Анной Викторовной, почитав ее документы. У меня язык не поворачивается предложением, как это называется? Предложить, да. Внести на рассмотрение. Да, я как раз, вот, учитывая те факты, которые в докладе прозвучали, те цифры, которые вызывают сомнения в законности их происхождения, и так как нет решения суда, все-таки предлагаю проголосовать за вынесение проекта решения Отчества городского совета депутатов о досрочном прекращении полномочий Владимира Владимировича Никулина в связи с утратой доверия на сессию городского совета и рекомендовать ее к отклонению. Кто за, почему голосовать? Отклонить. То есть мы за то, что подходит? За вынести данный проект на сессию с рекомендацией. Заинтересованность лично. Ну, обязательно, Никулина, разницу между поданной декларацией, деньги внести на храм. На храм. Наличие. Наличие. Один воздержался, 8 за. Решение принято. Спасибо, коллеги.